Всем привет! Это распаковка для портала «Игры и игрушки», и сегодня мы с вами откроем вот такие игры-ходилки от компании «Ракета». Это не простые игры-ходилки, а игры с заданиями. Здесь у меня «Приключения единорога» и «Букашкина лужайка». Игры у нас вот в таких коробочках, в них же можно игру хранить, брать с собой в гости, в поездки, чтобы наша игра не помялась. И давайте откроем каждую коробочку и посмотрим каждую игру отдельно. В комплект у нас идет кубик и 4 цветных фишки. И помимо игрового поля, здесь у нас есть вот такие карточки, которые нужно будет обрезать по линии. И это у нас карточки с заданиями. Их очень много. Посмотрите, какие здесь задания. Нарисуй себя закрытыми глазами, изобрази танец маленького лебедя или придумай свой решить ребус. Прыгать на одной ноге и махать руками, изображая бабочку. Есть также у нас ребусы и различные задания. Вот сколько, много карточек. И все они нам потребуются для игры-ходилки. То есть это классическая игра-ходилка по классическим правилам, где нам нужно провести фишку от старта к финишу 153 шага. И на своем пути нам будут встречаться вот такие стрелочки, которые нас могут вернуть как назад, так и наоборот помочь продвинуться вперед. Также есть, смотрите, вот такие таблички «Выполни задание на карточке». Если вы будете попадать на эти клеточки, то уберете карточку и выполняете на ней задание, после чего можете двигаться дальше. Вот такое у нас красочное игровое поле с жучками, с божьими коровками, с голубым небом и зеленой травкой. Замечательная летняя тема. И давайте откроем вторую коробочку. «Приключения единорога». Думаю, эту игру особенно оценят девочки. Тут у нас уже другая тематика. Точно такие же кубик и фишки. И вот такие карточки с заданиями. Видите, все задания разные, так что можно не бояться и, например, покупать несколько игр. Тогда у вас будет больше карточек, больше игровых полей и больше времени для игр. Играть можно также всей семьей или с друзьями. И наше игровое поле. Очень красивое, милое. Посмотрите, сколько здесь единорожков. Единорожки и радуга. 130 шагов, вот он старт. И точно так же здесь стрелочки, которые нам помогают или наоборот возвращают назад. И вот такие таблички, чтобы мы в этот момент брали карточку и выполняли задание. Я думаю, деткам будет очень нравиться решать эти задания, и они будут стремиться попасть на эти клеточки, чтобы получить очередную карточку. Вот такие игры от компании «Ракета». Много места не занимают для хранения, удобно брать с собой дорогу. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал Клуб Игры и Игрушки. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока!